Ветераны специальной военной операции из Карачаева-Черкесии заняли призовые места на межрегиональном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества», которое проходило в Ставрополе. В соревнованиях приняли участие более 130 ветеранов СВО. Команду из Карачаева-Черкесии представляли 7 ветеранов специальной военной операции: Максим Жилин, Мухарбий Бердуков, Нурий Харатоков, Мусалим Джукаев, Андрей Руденко, Ислам Хатхов и Микер Наурузов. В программу Кубка вошли соревнования по 6 видам спорта – пауэрлифтингу, стрельбе из лука, настольному теннису, пулевой стрельбе, армрестлингу и волейболу сидя. По итогам соревнований ветераны СВО заняли призовые места. В частности, Микер Наурузов завоевал золото в настольном теннисе, а команда Карачаева-Черкесии завоевала серебро в волейболе сидя. Все ребята из Карачаева-Черкесии выиграли путевки на всероссийский финал Кубка защитников Отечества, который состоится в ноябре в Сочи, где соберутся победители межрегиональных соревнований. Участников турнира из нашей республики поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов и отметил, что они являются примером мужества, стойкости и героизма. С ребятами собирались, да, подготавливались, конечно. Ну, понемножку. А вот на Кубке встретили, может быть, своих боевых товарищей? Конечно, конечно, мы встретились, да. Ну, это очень приятно. Конечно, увидеть ребят живым и здоровым. В юношеские годы ходил на бокс, да, тренировался для себя футбол. А так вот, на сегодняшний день вот такое мероприятие, да, тоже хотим себя как-то испытать в этом, посмотреть, на что мы вообще способны. Да. Главное участие, общий командный дух, как говорится. А какой у вас вообще настрой? Боевой, только к победе. Второе место заняли. Ну что, мы еще ворвемся, возьмем первое место. Еще будет возможность, будем пытаться, стараться, добиваться. Молодцы, все справились на ура, прям отлично, достойные соперники были. Мы тоже достойно с командой отыграли, вот. Поэтому за мир, за победу.